Добрый день, шановные глядачи! Весь минулый тыдень прошел под знаком разных скандальных историй, связанных с правоохранными органами. Это избиццё журналиста будинку Фрунзенского суда и нескольких историй, которые были написаны на сайте Радио Свобода, которые были связаны так само со злоуживанием с боку правоохранных органов. Тому сегодня на нашу кухню зазернули юрист, эксперт Павел Сапелко, а так само координатор кампании правооборонцы супрасмертного покарання Андрей Палуда. И сегодня с нашими гостями мы поразважаем относно того, каким чином дзейнічаюць громадянам, коли они стали ахвярами злоуживання с боку супрацовников милиции, и в принципе, что варто было бы зробить, каб мінімізаваць такие негативные наступства з боку правоохранных органов. Я одразу приходжу до першого питання, до Павла. В своей профессиональной деятельности и адвокатской, и в якості уже эксперта, который занимается пенитенциарной системой, как вы думаете, насколько часто громадяне нашей страны сутыкаются с такими проявами с боку супрацовников милиции, насколько эта проблема актуальна для нашего громадства? Ну, проблема насилия со стороны сотрудников милиции – это проблема актуальная, она не редкая, но, к сожалению, очень и очень латентная. Это означает, что далеко не каждый случай жестокости со стороны, проявления жестокости со стороны работника милиции становится известен. И чем, так сказать, ниже по социальной лестнице стоит жертва относительно сотрудника милиции, тем меньше шанс на то, чтобы этот случай вообще стал известен, а уж тем более шанс, чтобы этот сотрудник милиции понес какое-то наказание. Но с другого боку, знову ж в минулом тыдні мы бачили и нараду при уделе президента с министром внутренних справ, и по выниках этой нарады ГУС Мінгарвиконкому проводил подводил выники, так бы мовить, працы, и означалось, что милиция, и на народе довер да я досить великий, и президент, вот я тут выписал цитату, сказал, что все повинны робить все, как сподобаться человеку своими деяниями. Ну и когда вертаемся до выпадку с Добровольским, вот и по телевизии, группа докторов там поспешались зарабить в основу, что это была такая вот провокация. Андрей, я, напомню, не открою секрета, когда скажу, что, кроме того, что ты правооборонца, координатор кампании правооборонца супрасмертного покарання, ты и был офицер Министерства внутренних справ. И я вот хотел бы спытать, ну, с одного боку, саправды, правоохранные органы, яны призваны оборонять громадян в выпадку порушения их прав, але с іншого боку, мы вот маем такие вот истории, як супрацовники милиции, в принципе, как это отримливается, что сотрудник милиции может робить такие вот речи? Ну, саправды, треба сказать об тем, что на самом деле у Академии МУС не вучать адмыслово будущих сотрудников милиции, курсантов, тому, как, скажем так, порушать закон, сбивать громадян и так далее. С одного боку, с другого боку, мне подается, вот зараз, с пункту погляду правооборонца, могу сказать, что не шмат уваги надается миновито правам громадянина, правам человека, с пункту погляду правого человека. Больше робится ухил на ведение певных неких законов, на применение закону, правоприменяльную певную некую практику, а в контексте правого человека, конечно, на это звертается меньше. Ну, супрацовнику милиции уже говорит, что треба поважать правы громадянина, что супрацовник милиции не мусить там робить неких таких денег, которые адмовно потом сказываются на имидже, зрешты, всей милиции, потому что в очах громадянина это саправды и представник улады, наиближайший, так, не только, я президент. Я згоден, не только милиция, но и цалком улады, и то, что улады хвалюются об этом, ну, показчик, ну, скажем так, выступов и президента краины по час вот этой коллегии. Але с другой боку, треба звернуть увагу и сказать об тем, что так, конечно, звертают увагу, каб не порушали законодавство, каб вели себе пристойных и так далее. С другой боку, мы мусим разуметь, что это люди, вельми часто молодые люди приходят працевать в милицию, люди отримывают певную некую уладу, и улада на их вплывает, ну и, конечно же, сама система вельми мощно вплывает на этих людей. Ведаете, когда человек потрапляет
скажем так, у эту систему, и он начинает выкористовывать певный свой досвід, и, конечно же, досвід своих старейших товарищей, так бы мовить. Когда он побачил, что в соседнем кабинете для того, как, скажем так, досягнуть певных выников по этой, так бы мовить, паличной системе, когда применяются в том лику незаконные некие специальные сродки, то он разумеет, что для того, как был некий певный выник, ему можно так само використовывать певные такие же речи, которые використовывают старейшие товарищи. Один раз сделал это, при этом не было никакого покарания, еще один, третий раз и так далее, и это уходит уже в норму. Павел, а як вот ти думаєш, як на твою думку, що справді було б варто і можна було б зробити, щоб мінімізувати такі негативні наступства праці міліції? І, в принципі, от ми бачимо, що президент якби хвалюється, щоб імідж міліції був високим і довір високий в громадстві, але насамреч, напевно, не завжди це так отримується. Ну, для того, щоб не було проявление жестокости, с этим нужно бороться. Чтобы с этим бороться результативно, нужно создавать на государственном уровне такие механизмы и институты, которые бы могли эффективно бороться с неправовым поведением сотрудников милиции, которые уже сами по себе есть закон. И здесь нужно, не стесняясь, обращаться к опыту других государств, которые поняли, что нужно как можно дальше развести вот эти два субъекта, милиционера, там, допустим, или полицейского, и тот орган, который будет расследовать его нарушения. И создали там разного рода структуры, кто-то там в рамках прокуратуры, кто-то в рамках каких-то отдельных механизмов и комитетов, там, прочих структур. Ну и, безусловно, последней инстанцией должен стать независимый справедливый суд. Пока этого нет, наша борьба с проявлениями жестокости будет, я думаю, что как минимум низкорезультативной, а скорее всего не даст вообще результата. А я ось хотів би вернутися зараз до тих слов, які я казав президент, на конт того, і він виказав таку думку, от цитата була, Валентин, на конт того, що супрацовникам міліції мусить подобатися, понравиться, значить, громадянам. Видите, я тут не зовсім згоден з цим словом, тому що воно носить вельми таке серйозне значення. Ось, і я більш би, мені подається, що більш правильно було б, щоб супрацовнику міліції довіряли, а не он подобался. Потому что это чиновник, который на службе, чиновник, який мусить выполнять свои службовые обовязки и выполнять их с пункта погляду законодавства и выполнять их, скажем так, сумленно. Коли он это будет робить сумленно, уважаючи, скажем так, уважаючи правы інших громадян и так далее, то он будет, ну, скажем так, в тим ліку и подобаться. Але самое главное, как сотрудник милиции у нас бачили не человека, который, скажем так, наводит некий певный такий страх. У нас люди, шмат кто каже об тим, что, пробачься, побачив спрацовника милиции, вроде ничего такого дрена не робил, але з іншого боку, перейшов на інший бок дороги, нечто внутри сжалось, а спрацовник починає думати, так, переходя, значит, наворую шапка горить, значит, надо його тогда что-то запитати, інший раз там документи проглядеть, може бути принтировки і так далі. У нас не сприймають, як на заході, спрацовника милиции, як помощника, що он, я не ведаю, там, кошку з дерева снимет и бабушку через дорогу переведет. Ось тут это так само вельми важный момент, на який хотелось бы звернути увагу. Ну вот я когда слушаю про то, что милиция пользуется популярностью, то мне кажется, в народе, мне кажется, что это пользуется популярностью такая абстрактная милиция, как, так сказать, этот вот институт. Не конкретный, который измагается со злочинностью. Да, не конкретный милиционер и пользуется авторитетом в основном у тех, кто, слава богу, пока еще не был вынужден не пользоваться... Ни помощью, ни столкнулся с карающей, так сказать, рукой этой милиции. Ну, у меня себе вот такое питание. Ну, вот Павел отзначил, что повинны быть национальные институты, как
мінімізаваць сапраўды ось ці негатыўныя наступствы, якія, напэўна, ва ўсіх краінах ёсць. Ось, але пытанне, ці можам мы тут адстаяць свае правы, ці не. І незалежны суд – это адна з такіх асноўных складнікаў. А што рабіць? Ну, вот мы зараз праблема ў нас з незалежным судом. А ўсё ж, што рабіць грамадзянам, якія вот сталі ахвярамі злоўжыванняў і перавышэння службовых паўнамоцтваў з боку міліцыянтаў? Што ім вот канкрэтна рабіць? Якія парады можна было б зрабіць? Таму што Павел азначаў, што это досыць латэнтны характар носіць. Шмат хто не гаворыць пра гэта, нікуды не звяртаецца. Ну вот якраз такі і хацелася б у першую чаргу сказаць аб тым, што адным з асноўных прынцыпаў, скажам так, працы ў гэтым накірунку, скажам так, адстойнення сваіх правоў, это мусіць быць публічнасць, на мой погляд. Калі гэта пытанне не будзе заглажвацца, замалажвацца і гэтак далей, а калі гэта пытанне будзе, скажам так, даступна сродкам масавай інфармацыі, калі людзі не будуць вырашаць гэта праблему, сідзячы ў сябе на кухні, да, скажам так, і вырашаючы гэта пытанне, альбо думаючы, а ну, можа, так абадзёцца, альбо, ну, як я маленькі чалавек, магу супрацьстаяць вялікай такой сістэме, да, і гэтак далей. Ёсць магчымасці на сённяшні дзень у кантэксце, скажам так, праваабаронцаў, у кантэксце юрыстаў і гэтак далей, і калі сама галоўна, каб ахвяра парушэння правоў чалавека мела пэўную матывацыю, скажам так, ісці да канца, абскаржваць, пісаць скаргі, і ёсць арганізацыі, якія дапамогуць гэта рабіць, і рабіла гэта публічна. Чым больш публічнасці, тым лепш будзе вынік, на мой погляд. Павел, поддерживаю по поводу публичности. Ну и, конечно же, как правильно сказал Андрей, надо обращаться к юристам, к правозащитникам, добиваться путем написания там, жалоб, обращений, добиваться восстановления своего нарушенного права. И я более чем уверен, что даже когда с формальной точки зрения эти жалобы не удовлетворяются, то есть вроде бы как напрямую мы не видим результата, то зачастую именно то, что эти жалобы есть, препятствуют новым случаям проявления жестокости. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что у системы МУС існує адмысловая служба собственной безопасности. Это люди, у, скажем так, професійныя абавязкі которых выходзіць якраз такі знаходзіць, профілактыраваць і знаходзіць, якія ўжо існуюць, праблемы у сістэме МУС. І, ну, скажем, яны таксама зацікаўлены ў тым, каб колькасць, вось, ну, не колькасць, а самі факты, вось такія, которые ёсць, каб яны выявлялись. Таму гэта таксама, я думаю, што трэба выкарыстоўваць. Вось. І хацелася б трошка вернуцца назад, сказаць о пэўных нейкіх такіх досведах. Я просто не хацеў бы, каб у нас всё было у такіх, скажам так, у чорных нейкіх колерах, таму што ёсць, ну, пэўныя прыклады публічнай нейкай працы, якія можна таксама прывесці як пазітыўныя. Ну, да прыкладу, тое, што на сённяшні дзень часцяком у сацыяльных сетках, напрыклад, следчы камітэт, МУС там і гэтак далей, маюць пэўныя акаўнты у, скажам так, маюць акаўнты у сацыяльных сетках, дзе іх на прэс-сакратары выступаюць і даюць пэўныя, скажам так, каментары па той ці іншай справе. Мне падаецца, гэта, ну, скажам так, вельмі важны аспект. Часта можна пабачыць артыкулы, дзе ДАІ, скажам так, распавідаюць пра нейкі пэўны досвід. Дзе-то там флікер падарылі, дзесьці калесо памянялі там машыне на трасе, дзе-то каб не замёрзлі, там прыкурыць далі акумулятар. Ну, я просто бытавыя нейкі такія рэчы прагаварваю, але насамрэч гэта ўплывае, ну, і робіць станоўчым, ну, скажам так, імідж міліцыі цалкам, да? Але яшчэ важны момант, мне падаецца, трэба вывучаць досвід іншых краін. На сённяшні дзень вельмі цікавая сітуацыя адбываецца в той же Украіне, дзе стартануў такі, скажам так, агульнаўкраінскі праект «Мая новая паліцыя», который называецца, вось, і які, ну, скажам так, дазваляе зрабіць не толькі ребрендинг, а ўвогуле саму сістэму памяняць, вот, міліцейскую гэту паліцейскую. Мне падаецца, гэта таксама важна. Альбо прыклад той же Грузіі, дзе зрабілі сцены апорных пунктаў невялікіх аддзелаў празрыстымі, ну, так бы мовіць, празрыстымі, яны
сапраўды зроблены так на палову са шкла, дзе вечарам можна пабачыць, дзе сядзіць там супрацоўнік міліцыі, там не ведаю, участковы, там даішнікі, гэтак далей, і працуе з людзьмі, і гэта такім чынам паказвае, што гэта, ну, скажам так, празрыстыя сцены. Але і ў кантэксце празрыстасці сцен вельмі важна, мне падаецца, каб больш доступу было у грамадскіх актывістаў, у праваабаронцаў, скажем так, у самі, напрыклад, тыя ж будынкі роды. Часцяком туды не патрапіць. Грамадскі кантроль за месцамі прымусовага ўтрымання грамадзян. А вось гэта робіць гэтыя сцены якраз такі тады празрыстымі ў такім пераносным сэнсе, і калі грамадскі кантроль будзе доступ, скажем так, у тыя ж раз, то 100% там будуць менш катаваць. Менш будуць рабіць слонікаў там розных, біць па галаве чырвонай кніжкай, як мы ведаем, зусім недавно там быў выпадак, і гэтак далей. І потом менш будуць асуджаць супрацоўнікаў міліцыі, якія былі ў камандзіроўкі, якія там паехалі, і дзеля таго, каб быў пэўны вынік, яны збівалі людзей, якія былі паследственныя, або якія падазрываем. Ну, гэта ў поўнай меры, мабуць, датычыць і контролю грамадскай пенітэнцыйнай сістэмы, паколькі гэта таксама выходзіць з сістэмы МУС. Безусловно, в первую очередь, конечно, нужно давать больше гарантий тем людям, которые менее защищены с точки зрения каких-то правовых механизмов от проявления жестокости. Потому что если мы говорим об обыкновенном человеке, у которого там есть друзья, знакомые, деньги в кармане, адвокат в соседнем здании, то это один случай. А что делать заключенному, который один на один с этой системой и у которого, может, даже еще и родных нет? И, безусловно, здесь нужны какие-то, ну не какие-то, а конкретные совершенно общественные структуры, которые имеют определенные широкие достаточно права в том, чтобы прийти в это место принудительного содержания. Это без попереджения в любой час. Да, это даже не обязательно должны быть тюрьмы и здания РУВД. Да. Это в более широком смысле все места несвободы, которые должны подлежать гражданскому контролю и оказать помощь. А вот казаць, напрыклад, пра кантроль дастаткова складана ў тым кантэксце, што от я асабіста, напрыклад, звяртаўся ў Магілёўскае ўправленне ўнутраных справ для таго, каб атрымаць, таму што нідзе няма адрэсаў ІЧУ, ізалятараў часовага ўтрымання. То бок у людзей, калі затрымліваюць, ну, скажам так, ёсць пэўны, скажам, затрыманне, мы часта сутыкаемся з тым, што затрымліваюць проста грамадзян, актывістаў нейкіх гэтак далей, людзі тэлефонуюць у праваабарончы цэнтр і кажуць аб тым, што, ну, ведаеце, прапаў чалавек. Няўжо складана пазваніць сваякам, сказаць аб тым, што вот чалавек там затрыманы па такой-то адрэсе і гэтак далей. Альбо, напрыклад, зараз новая ёсць пастанова, згодна з якой змяніліся умовы ўтрымання ўчуву, і чалавек можа атрымліваць да 5 кілаграм, скажам так, ежы. Дзе выступ МУС з некімі каментарамі, альбо, ну, скажам так, з некім артыкулам, аб тым, што вот грамадзяне, ведаеце, зараз новае законадаўство, вы можаце вот гэта. Гэта няма. І гэта вот так само ў кантэксце некай публічнасці і працы з народам. Андрей, это вообще очень непопулярная вещь, защищаць права тех, кто нарушает закон. Мы уже с этим сталкивались неоднократно. И ты, я думаю, тоже это очень хорошо знаешь. Что такое защищать права человека, который совершил преступление, в твоем случае, допустим, осужден к смертной казни. В моем случае направлен для отбывания в какое-то учреждение несвободы. Вот президент нам вот сказал, что для распространенников наркотиков требуется створить жестокие мовы утримания. Вот он так само. Да, но и меня поражает в этой ситуации, когда говорится про жестокие условия, то ну, президент не юрист, он может чего-то не в курсе, что так нельзя. Но сидят юристы и министр внутренних дел и берут под козырек, и мало того, что берут под козырек, еще и идут это исполняют. Я думаю, что Павел ведае, якія умовы у нас і так дастаткова жорсткія умовы ўтрымання, і не ўтрымліваюцца пэўныя стандарты і нормы, якія існуюць па ўтрыманню асоб, якія знаходзяцца ў турмах, якія знаходзяцца ў калоніях і гэтак далей. Да, но говорится об этом не очень популярно, потому что, ну, считается почти, что им за дело достались такие условия. Да, сябры, ну, я думаю, что мы можем завершать уже нашу программу, и, конечно, у нас недохоп неких национальных таких
эффективных механизмов по обороне права граждан, в том числе свавольства и превышения полномочий сотрудников милиции. Но я думаю, что то, что мы можем делать, это публично говорить про такие случаи, звертаться со скаргами в правоохранительные органы и спробовать домагаться справедливости. Тому, когда вы стали ахвярами злоуживания с боку сотрудников милиции, звертайтесь, коли ласка, в том лику до нас, правоохранительного центра «Весна», и мы готовы будем вам помочь. Дякую, до новых встреч. Дякую.